Вот это моя дочка плавает на закате в Адриатическом море. Мы любим плавать на закате. Вон она. Сегодня море такое немножко штормит, но в принципе вчера был еще сильнее штормик. Это еще небольшой. Ну, так тоже волны есть, конечно. Аля машет ручкой. Уже людей почти нет на пляже, конечно. Некоторые сидят еще в баре Халампер. Тут можно и пить, и что-то есть, но не очень много. Салаты, такое десерты. В общем, всем привет с Адриатики. И пока.